не почухал его, я даже его не выключил, но просто вот я открываю глаза 10:30. Мне говорят, что вот 8 утра. Тут завтрачек есть хороший. Тут кашка, круассанчик и омлетики есть. И кофеёк уже. Отслони за слово, говорят, там вот кровать. Мне говорят, брат, ну ты 8 утра сказал то, что не надо тебе ехать, то, что ты все перенесешь, то, что не надо вставать, а я даже этого не помню. Я думал, ты к нам полезешь. Мой раздевается, я педики, я все, погнали.